Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, ставим каподастер на первом ладу. Аккорды будут в куплете АМ, С и G, а в припеве F, G, E, M, АМ. Припев, да, когда «Чтобы рисовал тебя разными красками». То есть вот этот момент. Итак, поехали. Там, конечно, много обыгровок есть, но их довольно сложно подобрать. Ну, то есть, может, да, просто играть как вступление и между куплетами играть как вступление. То есть, вот эту часть. Там, конечно, можем. Так, то есть, есть момент. Так, сейчас. Там можно так еще обыгрывать, но там по-разному, в общем. Довольно сложно это подобрать. Потому что там уже на бой переходит. Ну вот, единственное, могу вот это показать, да. Ну, это в конце, давайте сначала основную тему разберем. Итак, поставили каподастер на первом ладу. На второй струне зажимаем первый лад. На третьей и четвертой струне второй лад. Ну, аккорд АМ. Играем такой перебор. 5, 3, 2, 1. Потом играем 5, 3, 1, 2. Давайте все склеим. Получается 5, 3, 2, 1, 5, 3, 1, 2. Давайте помедленнее. Я, кстати, не просто пятую играю, я еще чуть-чуть четвертую задеваю, то есть вот так, как бы большим пальцем играю практически вниз, да, вот пятую и немножко четвертую, то есть вот так. Так мы играем два раза этот перебор. Ставим аккорд С на пятой струне третий лад, на четвертой струне второй лад и на второй струне первый лад. Итак, поставили С, и когда играем вступление, то мы еще добавляем на второй струне третий лад. Да, вот мизинцем зажали на второй струне третий лад. Первый оставляем, потому что нам он еще понадобится. Играем такой перебор. Зажали, да, на второй струне третий лад. Играем пятую, четвертую, третью, вторую. Теперь убираем палец со второй струны, играем пятую, четвертую, вторую, третью. Да, получается как АМ, только на струну выше. То есть 5, 4, 3, 2, 5, 4, 2, 3. Должно получиться вот так. Если АМ, С склеить, получится вот так. G. На шестой и второй струне третий лад. Ну, а еще ставлю на пятой струне второй лад, ну, то есть как обычный G. Ну, так его по факту можно и не ставить даже. Просто, ну, уже привык. Тут мы играем чуть-чуть другой перебор. Так, сейчас... Играем шестую и вторую струну вместе, потом 4, 3, 2, шестую. Теперь на второй струне играем 1, 0, и потом играем третью струну. Получается вот так. Давайте еще раз G. Играем 6 и 2 вместе.
потом 4, 3, 2, шестую струну, на второй струне 1, 0 и в конце третью. И начинаем заново. Куплет. Как мы играем? Ставим АМ и играем то же самое. С уже ставим обычный, да, на второй струне у нас только первый лад зажат, и все. И играем его как АМ. 5, 3, 2, 1, 5, 3, 1, 2. Ставим G. Играем... 6, 4, 3, 2. Потом вторая струна у нас открытая теперь. Да, был третий лад зажат, теперь открытая. И играем 6, 4, 2, 3. Да, вот получается, второй струне третий лад. Играем 6, 4, 3, 2. Вторая струна открытая, 6, 4, 2, 3. Ну, да, вторую струну лучше... открывать непосредственно, когда она играется. То есть вот держать ее до самого конца. Вот получается вот так. Да, вот как только я собрался дернуть вторую струну, тогда я отпускаю палец с третьего лада. Так играется куплет. Вот первые два раза мы так играем, да? А потом можно еще вот сыграть вот так АМ. Ну, там так и играется в песне. То есть мы первый раз играем АМ как обычно, а второй раз, то есть вот, да, сыграли один раз. Теперь добавляем в АМ на первой струне третий лад. Играем 5, ну, то же самое играем, 5, 3, 2, 1. Теперь... убираем палец с первой струны, играем 5, 3, 1, 2. Да, вот получается вот так. Ну, С как обычно, и G как обычно. Ну, проигрыш, давайте сразу разберем. То есть его можем боем сыграть, да, вот начать. То есть вот доиграли, например, куплет. Да, лучше сразу на бой перейти. Оставим АМ, играем вниз, вниз, вверх, вверх. Теперь зажимаем на первой струне первый лад, да, вот так указательным. Чуть-чуть опустили, мини-баре тут зажали. Бьем один раз вниз. Потом на первой струне третий лад бьем два раза вниз. Сейчас. Теперь на первой струне первый лад играем два раза вверх. Первая струна открытая, играем вниз-вверх. Вот проигрыш получается вот так. Потом С играем шестеркой, вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вверх, и G вниз, ну то же самое. Потом можно опять на бой перейти, на перебор, вернее. Тут надо аккуратно сыграть, то есть не прям полноценный бой. То есть вот так, чтобы, ну, чтобы не так выделялось. Итак, и остался припев. Да, вот, например, доиграли куплет. Там
чтобы рисовал тебе радугой краски. Тут просто уже играем шестеркой. Вот можно обычный F зажимать, да? Просто обычный F немножко выбивает аккорд. То есть вот мы G доиграли. Ну, не сильно, но... В общем, можно и обычный F играть. Но это, по-моему, красивее будет звучать именно в этой песне. Вот такой. Давайте и так покажу. То есть стандартный F — это барре на первом ладу. На третьей струне второй лад. На четвертой и пятой струне третий лад. Играем шестерку. Вниз, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. Либо вот так его зажать, это будет на второй струне первый лад, на третьей струне второй лад, на четвертой и пятой струне третий лад, и на шестой струне большим пальцем первый лад. Тот же F, только первая струна открытая. Ну, вот звучит вот так. Идем дальше. G. G лучше тоже ставить, как мы в куплете играли, то есть первая струна открытая, а на второй струне третий лад. Потом EM на пятой и четвертой струне второй лад. И AM. И зальется заново. Вот F барреш как звучит. Если барре играете, то лучше тогда G полный ставить, то есть на первой струне тоже зажимать третий лад. Да, тогда нормально звучит. А соответственно, если первая открытая, то она везде открытая. Начинаем заново. В целом вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.